Добрый день, уважаемые слушатели. Тема нашей лекции – Ермек Серкибаев. Однажды кто-то сказал, Ермек Серкибаев одел казахскую песню во фрак, на что он просто ответил, я облачил ее в золоченую раму, которой она достойна. Муслим Магомаев, его коллега, называл его лучшим фигаром Советского Союза. Выдающийся казахский оперный певец, баритон, педагог, народный артист СССР, лауреат государственных премий Казахской ССР и СССР, герой социалистического труда Ермек Серкибаев родился 4 июля 1926 года в городе Петропавловске. Его с детства пленила музыка. Первым его музыкальным инструментом стала балалайка. А в 15 лет отец отдал его в музыкальное училище. С 1941 года Ермек обучается в Алматинском музыкальном колледже по классу скрипки. В 1951 году он оканчивает Алматинскую государственную консерваторию по классу профессора Курганова. С 1947 года Ермек Серкибаев становится солистом Казахского оперного театра «Алмата», лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Бухарест, всесоюзных конкурсов и фестивалей. Позвольте задать вам вопрос. Вы очень хорошо знакомы с творчеством Ермека Серкибаева. Какие партии он исполнял в оперных театрах? Пожалуйста. Кузжубек партия. Николай Рам. Ятарва. Фауст. Еще, пожалуйста, кто? То есть он исполнял ведущие партии, главные партии в таких операх, как «Бежан Сарай», «Гинянигин», «Ударай». Правильно, очень хорошо. Здесь нужно особо отметить, что блестящими и самыми любимыми стали его партии в западноевропейских операх «Сивейский цирюльник» и в казахских операх. Как, например, партия Фигара в опере «Сивейский цирюльник» Россини продемонстрировала потрясающий его артистизм, невероятное вокальное мастерство, безупречное актерское мастерство, владение голосом и принесла Ермеку Серкибаеву огромную славу среди народа Казахстана. Дмитрий Гнатюк так назвал его королем баритонов, а Муслим Магомаев лучшим фигаром. С этой партией он выступал в течение многих лет на многих сценах мира. В 1957 году состоялась премьера музыкальной комедии Шакена Айманова, где Ермек Серкибаев исполняет музыкальную партию и роль в кинофильме «Надо мной небо синее», сразу ставшую популярной в нашей стране. Послушайте, пожалуйста, этот фрагмент. Небо синее, слава Господу!
Независимой премии меценатов Казахстана «Платиновый Тарлан», победителем фестиваля «Человек года» в номинации «За вклад в музыкальное искусство Казахстана». И позвольте мне закончить. Секундочку еще раз. Кроме того, он очень любил сниматься в кино. И его главными ролями и любимыми стали съемки в таких кинофильмах, как «Наш милый доктор», «В этот праздничный вечер», «Песня зовет», «Ангел в тюбетейке», «Встреча на Медео» и других. И позвольте мне закончить нашу лекцию замечательными словами, которые сказал сам Ермек Серкебаев. «Я всегда не стесняюсь говорить, что казахские мелодии, казахские темы, они по красоте своей не уступают итальянской музыке. У нас такие красивые, такие сложные пения. Вот казах без образования писал такие произведения, просто диву даешься. И в богатстве казахский язык и музыка очень богатая». Ермека Серкебаева составляет главные партии в классических русских и зарубежных советских операх, в том числе партия Абая в опере «Абай», Жубанова и Хамиди. В репертуаре Серкебаева ведущие партии в операх казахстанских композиторов, таких как Евгений Брусиловский, Ертарган, Дударай, Жалбыр, Латиф Хамиди, Джамбул, Мукан Тулебаев, Биржан и Сара, Еркегали Рахмадиев, песни о Целине, Кудус Кужамьяров, Назугум, Газиза Жубанова, Янрик Кебек, 28, западноевропейские оперы, Моцарт, Дон Жуан, Джоакино Россини, Севильский цирюльник, Джузеппе Верди, Травиата, Шарль Гуно, Фауст, Ромео и Джульетта, Манюшка, Галька, русских опер Петра Ильича Чайковского, Евгений Онегин, Иоланта, Пиковая дама, советских композиторов, Митуса, Молодая гвардия, братья Ульянова, а также песни, романсы и народные казахские песни. Сейчас послушайте, пожалуйста, образец главной партии из оперы «Россини», «Сибирский цирюльник». Партия Фигаро. Oh!
Одной из самых блестящих партий в творчестве Ермека Сиркебаева.